Форум «Ритм-2010» набрал крейсерскую скорость. Каждый день новые встречи, интересные собеседники. Любопытная деталь. Лекторы не пользуются микрофонами. В зале стоит тишина. Участники с огромным интересом впитывают новую информацию. Тренинги проходят в неформальной обстановке, как говорится, без галстуков. Это больше похоже на беседу единомышленников, обсуждающих общие проблемы. И зачастую отведенного регламентом времени не хватает, чтобы обсудить все вопросы. Участники и после лекций подолгу не отпускают дорогого для них гостя. Губернатор говорил уже неоднократно о том, что вот такие форумы нам нужны. Вот мы не так давно начали проводить вот подобные сборы. И я думаю, что на самом деле они будут рождать и новых людей, и новые идеи. Это без всякого сомнения. Вот эти две задачи, которые вот новые люди и новые идеи, вот это задача форумов этих должна выполняться, и она будет выполнена. Все больше времени участников занимает работа в секциях. Это неудивительно. Все ближе и ближе день X, день представления и защиты проектов. Во всех 6 отделениях форума кипит работа. Участники выходят на финишную прямую. Предпринимательство – самая многочисленная группа форума. Экономика страны сегодня стремительно меняется, а сырьевой она переходит к высокоинтеллектуальной. Требуется целое поколение молодых людей, которые готовы брать на себя ответственность, готовы идти на риск, созидать. Для успешного ведения собственного бизнеса необходимо иметь много знаний, начиная с самых элементарных. Как написать бизнес-план, провести презентацию перед инвестором, изучить системы налогообложения и кредитования. По мнению экспертов форума, у молодых предпринимателей Омской области есть немало интересных проектов. То есть вопросы, которые предметные. То есть как запустить бизнес-проект, как провести экспертную оценку. То есть то, что уже на начальном этапе говорит о том, что есть бизнес-идеи, которые надо двигать. Это, безусловно, плюс положительно. А насколько дальше будет активно, это как раз уже вот о чем мы сегодня говорили с молодыми предпринимателями. Насколько взаимоотношения у нас будут выстроены. Потому что от идеи, повторюсь, до проекта, который будет реализован, достаточно долгий период. И не только по времени, а по вложениям сил, средств и по наполнению его. Поэтому здесь хотелось бы на первом этапе максимально не отбить желание, с другой стороны, помочь направить. Наука – одна из важнейших базовых составляющих развития современного общества. Научные работы омских студентов были неоднократно отмечены на всероссийских и международных конкурсах. На форуме «Ритм-2010» будущими учеными представлено сразу несколько как коллективных, так и индивидуальных проектов. Безусловно, есть интересные вещи, которые уже либо апробированы, либо уже разрабатываются. Также есть интересные вещи, которые были придуманы именно здесь. Значит, к примеру, Омский областной инновационный городок, то есть предполагается строительство жилого комплекса с использованием различных новых разработок, то есть, к примеру, и освещение с помощью последней разработки, да, которую вот мы придумали, и водоснабжение, и сама технология постройки домов и так далее. У волонтеров Омской области немало проектов на самые актуальные темы. Например, экологические, связанные с очисткой парков, озер. Обязательным завершением проекта является непосредственное участие разработчиков в реализации задуманного. Также большое внимание уделяется программам помощи в реабилитации лицам с ограниченными физическими возможностями. Ребята не просто растут на глазах, радует то, что ребята объединяют свои инициативы в единые проекты, и уже здесь эти проекты находят свое отражение. И я уверена в том, что даже если проекты не получат какой-то финансовой поддержки или одобрения, эти проекты в любом случае будут реализованы, потому что это чистая инициатива. Лидерство. Это направление неизменно присутствует в программе практически всех крупнейших молодежных форумов. Какими качествами должен обладать будущий бизнесмен, политик, журналист? Как строить взаимоотношения в коллективе при работе в команде? Уже завтра ожидается представление нескольких интересных проектов участников одной из самых активных секций форума «Ритм-2010». Есть инновации, конечно, на самом высоком уровне, на уровне научных разработок, но саму систему поиска инноваций нужно выстраивать именно начиная от самого нижнего уровня. В следующем году очень интересно будет посмотреть итоги этого форума 2010 года, посмотреть, какую дальнейшую реализацию получат проекты. Потому что спустя неделю форум не заканчивается, продолжается дальнейшая работа. То есть этот ритм, наверное, как созвучие, он как раз и задает ритм тем молодым людям, которые сюда приехали. Ритм работы вот в современных условиях. Журналистика представителей этой профессии не зря называют четвертой властью. Настолько велико влияние на людей средств массовой информации.
Умение из потока, лавины новостей выделить самое главное, подать таким образом, чтобы заинтересовало большую аудиторию – вот отличительные черты современного журналиста. Насколько оперативно это получается у участников секции журналистика форума «Ритм-2010», можно судить по ежедневным выпускам газеты и видеоновостей. Видно было, что многим интересно. У них есть идеи, они примерно представляют, как их реализовать, а это уже 50% успеха. Секрет, наверное, в том, что нужно следить за тем, как идет за жизнью общественной, политической, всей страны, всего нашего региона, там отдельного района, если человек вырос и приехал в этот лагерь из какого-то района области. Следить, читать и старательно излагать эти свои собственные мысли в доступной форме. Творчество. Представителей этого направления мы видим каждый вечер. После ежедневной работы над собственными проектами они выходят на сцену БДТ во время всех мероприятий и неизменно награждаются аплодисментами собравшихся. Доброй традицией «Ритма-2010» стало завершение каждого учебного дня ярким зрелищем. В среду заполненный до отказа зал с восторгом встретил участниц конкурса красоты «Мисс Ритм-2010». Презентация, интеллектуальный конкурс, оригинальный танец, дефиле – через все эти испытания пришлось пройти претенденткам на звание первой красавицы форума. Талантливый человек – талантлив во всем. И к восторгу зрителей девушки блестяще справились с непростыми заданиями. Знаете, я считаю, что такая концовка является логическим завершением такого насыщенного дня, потому что у нас очень много мероприятий, у нас очень много мастер-классов. Это все очень интересно. И я считаю, что такая концовка должна быть. У меня сейчас даже настроение поднимается. То есть очень интересно посмотреть на то, что здесь происходит. То есть... очень интересно на девушек, вот конкурс красоты очень, кстати. Ну, я считаю, что такое мероприятие, оно правда необходимо, потому что после тяжелой работы вечером разгрузиться, посмотреть на то, на талантливых людей, на то, что, чем люди занимаются помимо своих проектов. Я думаю, всем это интересно, нас это как-то сплочает. Это, в принципе, я думаю, хорошее времяпровождение для каждого из нас. Мероприятие обалденное, просто девчонки зажигают, очень весело, организаторы просто супер, все клево. Еще один день форума «Ритм-2010» позади. Он подарил его участникам много новых знаний и ярких впечатлений. Но каждый новый день обещает быть еще более интересным.